Просто послание моим, тем, кто дороже всего. Вот я стою молодой, с мечтами, с открытой душой нараспашку. Отчетливо помню, с чего началось все и как заварил эту кашу. Но я не знаю, что будет завтра. Вот что отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая, и я лишь уповаю на то, что мой самолет посетит свой аэропорт и наш дом узнаю. На то, что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да. Вы сегодня малые и пока не в силах ни слова связать, но уже стали понимать все, узнавать отца и мать, вот. Я безумно хочу невозможную силу в каждом из вас воспитать. Я хочу, чтобы силу добра этому миру смогли вы показать. Я не лучший пример, не всегда. Даже этот стих за рулем пишу, но я к вам спешу. И по старинке стихи превратился дорожный шум. Ум играет со мной по-разному, с вами тоже играть будет. Захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни. А вы затопите каналы водою, вы горите идеей, горите мечтой, увы, никаких увы, будьте достойными. Бьют, дайте сдачи, врут, закройте уши, идите дальше. Что может быть краше? Врунам пожелайте удачи, они на каждом шагу. Они будут в лицо широко улыбаться, ох, их будет так много, не хватит пальцев. Будут больно кусаться, искусают вам спины невыносимые часто до крови. Идите вперед, ни секунды внимания, ведь все, что могут, это болтать они. Не тратьте на такие время и даже не мстите, им жизнь отомстит. Вот увидите, не спешите. Стойте спина к спине, стойте горой, брат за брата, не шагу обратно, чтобы не пробрались, чтобы не догнали. Сплетни, собаки, найдите мечту. Поверьте в нее, и она поверит в вас. Тратьте с умом каждый час, открытыми будьте, ищите своих уже сейчас. Будьте достойными, ведь вокруг...